Дочке 7, говорит, что школа ей не нужна, она выйдет за богатого. Начали нравиться мальчики в школе и больше ничего. В первом классе там такое бывает, мальчики, девочки даже типа пожениться могут. Но вопрос в мышлении. Богатый – хорошо. Это просто прекрасно. Что будешь делать, когда он тебя бросит? За следующего выйдешь? Что будешь делать, когда тебе 45 будет? Там, понимаешь, шансов меньше. Сядьте и серьезно поговорите, что ты должна быть умна. Богатому нужна умная. Потому что ему скучно будет с неумной. Поэтому давай вперед. И школа не есть тем, что прям ум дает. Это вы должны, родители, знать. Поэтому есть над чем поработать.